Всем по утрам необходимо немножечко драйва, и мы решили с Александром проверить свои силы и возможности Мотоциклы, на да? мотоциклах. Да. Итак, у нас в гостях заместитель председателя по военно-патриотической работе, спорту и связям с общественностью ДОСААФ по Новосибирской области Алексей Васильевич Бульба. Доброе Доброе утро. утро. Доброе утро. И вот про мотоциклы-то мы и будем говорить, а конкретнее про спидвей в Новосибирске, про то, как он здесь вообще появился, как давно. И вот коллеги мои говорили буквально 5 минут назад о том, насколько в Советском Союзе это было очень развито, в России, в Новосибирске. Так ли это? Был ли какой-то упадок? И что сейчас мы? Да, действительно, спидвей, мотогонки на льду и на гаревой дорожке развивается в Новосибирске с 60-х годов, как только начался строиться мотодром ДОСААФ. Ну, все прекрасно знают имена Тарабанько, Вячеслав Дубинин, Юрий Дубинин, Кузнецов, Пазников. Это элита мотогонок на льду, спидвея, которые завоевывали. Это новосибирцы. Да, это новосибирцы, которые завоевывали награды и на союзных первенствах, и на чемпионатах Европы, мира. Вот. Ну, и, к сожалению, не олимпийский вид спорта, олимпийских наград Мне нет. почему-то кажется, ну, может быть, я ошибаюсь, что мотоцикл достать было проще, чем даже автомобиль, да, и, возможно, как-то с этим связана популярность этого вида спорта раньше. Там, Настя, другие Нет? мотоциклы, там не такие, там совсем другие мотоциклы, Да? Они специальные, с ними по городу не поедешь, Нет, они без Нет. тормозов, без тормозов. Вот, кстати, вот это очень меня удивило. Как ездить на мотоцикле без тормозов? Объясните чайнику. Пока бензин не Пока закончится, Настя. бензин не... Газ до упора и вперед, сбрасываешь газ, То есть специально тормозишь. заливают ровно столько, сколько нужно на километраж вот, Ну, можно и так да? сказать, да. У меня был пакет Класс. полиэтиленовый в детстве, там, спидвей, такой мотогонщик. Я с ним в школу ходил, гордился. Ну, насколько сегодня все так вот радужно, как это было раньше? Есть ли у нас свои звезды сейчас в Новосибирске и какие-то школы спидвея, где можно научиться с нуля? Да, сегодня это также продолжается. Конечно, не в том объеме, не на том уровне, как было раньше. Упирается в финансовую Я думаю, это не составляющую. только по Сибири, вообще, наверное, по России упал спрос, да? На этот Ну, спорт, вид конечно, спорта. меньше стало, но в каких-то городах, где хорошая материальная техническая база, это все продолжается. У нас, к сожалению, это... Не так хорошо, как было, но тем Да, не менее что-то ситуация, есть. Что у да. нас есть? Ну, Чем мы можем порадоваться? сейчас на мотодроме ДОСААФ базируется отделение спидвея автомотоцентра, где наши спортсмены, то есть Максим Корчемаха и легенда нашего спорта Юрий Иванович Дубинин, продолжают заниматься с детьми, прививать им навыки, любовь к этому захватывающему ледовому С детьми, то действо. есть То можно есть дети приходят, до записываются, совершеннолетия, да, начать заниматься этим? Со скольки да? лет можно садиться Да. на мотоцикл? Ну, Там же не сразу, да. по-разному приходят большие мотоциклы для взрослых, маленькие, детские для Серьезно? Есть спидвей детей. на маленьких мотоциклах для Да, деток? для тебя, да, Настя. да, есть специальные детские мотоциклы, пожалуйста, А ты На думаешь, что? Я бы покаталась, между ты думаешь, прочим. придешь и сразу Попробуй. начнешь Да. кататься? Ты начнешь его собирать, Да? разбирать. Да, сначала гайки крутить в масло, а Да. потом И потом зарубить. только Потом сяду, только через месяцочек. через годик. Сначала, когда узнаешь, из чего мотоцикл состоит, как он двигается, потом начинает. А есть какие-то данные по области? Мы все-таки областное радио, нам всегда интересно, что происходит в районах. Есть ли там возможность научиться, потренироваться? Какие-то еще площадки, помимо вот мотодрома ДОСААФ, который, я так понимаю, это то, которое вот здесь у нас на левом берегу? Да, это у нас на левом берегу, это трековые гонки. Есть еще мотокросс, там в районах они развиваются. Ну, каких-то таких популярных для спидвея районов, прям чтобы там это было таким визитной карточкой, такого нет. Ну, в Ордынском районе проводятся соревнования. Там в Бердске есть трасса. О, даже Бердск есть. Да, мотокросса. Вот.
по Бердскому шоссе бы на мотоцикле без тормозов бы, а? Нет, мотокросс чуть-чуть другой, там мотоциклы с тормозами. Ну, если даже это не так популярно, все равно можно вести речь о какой-то доступности. Так ли это доступно, как в Советском Союзе? Насколько дорогое оборудование, мотоцикл вот этот специализированный, дорогой, недорогой? Должна быть, наверное, какая-то экипировка у спортсменов, форма специальная? Ну, естественно, ну, спидвейный мотоцикл, ну, берем где-то порядка 700 тысяч рублей стоит. Смотрите. Так что вот. И смотрите. Так обычный же самое... дорожный дешевле намного, два раза дешевле, да? Да. Да, конечно. Ну, смотря какое, так что тут цены. После рекламы вернемся, обсудим еще много вопросов у нас и по соревнованиям, и по экипировке, и очень интересно. Ветерком прокатить нас сегодня пообещал заместитель председателя по военно-патриотической работе, спорту и связям с общественностью Алексей Васильевич Бульбов, ДОСАФ России по Новосибирской области работает. Где заместитель-то не сказал, самое важное. Мы говорим сегодня о спидвее в Новосибирске. Да. Конечно, нужно признать, что спрос не такой высокий на этот спорт, как в Советском Союзе, и по доступности это довольно дорогое удовольствие. В среднем там мы посчитали 700 тысяч взрослый мотоцикл, 350 примерно детский. Такое, ну, может позволить себе не каждый. Но, тем не менее, мы узнали, что на базе ДСАФ в отделении спидвея у нас на мотодроме есть возможность детям покататься на казенном имуществе, так скажем. Да, да. И это очень радует. А нет ли какой-то статистики, много ли детей занимается спидвеем в Новосибирске? Ну, сейчас в секции спидвея, ну, порядка 50-60 человек. О, ну, это хорошо. Я почему-то представляла себе человек 15. Во-первых, это отчаянно. Во-вторых, мало кто об этом знает. На весь город 15 опасно, человек. Да. Это еще маму уговорить, чтобы она тебя допустила. Да, да. Так-то, да. И, ну, опять же, интересно, есть ли у кого личный мотоцикл? Ну, тем не менее, мне кажется, это очень дорого. Вот недавно проходили соревнования, да? Недавно, да, около месяца назад проходили соревнования, но, как рассказал нам Алексей Васильевич, это были не совсем профессиональные. Да, это не совсем профессиональные, это были любительские соревнования. Любители нашей области, гости нашего города собрались и вот впервые за два года покатались, показали, что спидвей все-таки жив и хочет жить и развиваться. И... В качестве пропаганды, да? Да, в качестве пропаганды, рекламы и привлечения новых спортсменов, занимающих. Да, и просто, чтобы заинтересованные люди пришли, посмотрели, что спорт живет, технические виды спорта. И надо им помогать, надо следить за ними. Алексей Васильевич поделился с нами немножко грустной статистикой. Около двух лет у нас настоящие соревнования в Новосибирске уже не проводятся. Но где-то все равно они проводятся по России, да, и куда-то наши спортсмены уезжают. Вот расскажите, какие есть такие основные, самые матерые для спидвейщиков в России соревнования, куда они съезжаются? Ну, в Каменск-Уральске проводятся соревнования, в Владивостоке проводятся соревнования, Тольятти, Уфа. То есть центры... Мотогонок на гаревой дорожке на льду, они остались, они все, как с советских времен остались. Так это такие остались. Кубки федерального значения? Да, да, федерального значения и чемпионаты Европы, Европа, мир, это этапы какие-то проводятся. Да. У нас в России в том числе? Да. Как вообще на мировом рынке, на мировом уровне спидвея Россия побеждает когда-нибудь? Да, на том же уровне, как остались. Все-таки мы профи. Да, за счет нас мало, но мы в тельняшках. Энтузиазма за счет опыта старых. Старой школы, старой закалки. Старой школы, да. Есть какие-то профессионалы и возможности... Повторюсь, мне это очень интересно, в области, и, может быть, выезжают наши специалисты ДСААФ туда, может быть, какие-то матер-чемпионы остались в области. Продвигать, расширять границы, наверное, как-то нужно. Ну, такой возможности у нас нет, чтобы выезжать специалистам ДСААФ как таковой, но сейчас времена чуть-чуть изменились. Вот. А легенда нашего спидвея на льду Новосибирского Юрий Иванович Дубинин, он каждый день у нас на мотодроме ДОСААФ, можно прийти посмотреть, он всегда рад расскажет, покажет.
Как-то в ДОСАФ какие-то тоже вот такие планируются пропагандирующие мероприятия, которые привлекают и популяризируют спидвей? Мероприятия планируются, но дело в чем? ДОСАФ, он тоже не всесильный и не это. Мы это понимаем. Надо здесь, чтобы все единомышленники собрались, отбросили, наверное, все свои претензии друг к другу, просто собрались за круглым столом, посидели, поговорили, обсудили наши проблемы. Я только за это. Я всегда жду, пожалуйста, приходите, я открыт к общению, телефоны мои на сайте есть, я всегда. Если и совместными усилиями мы в конце концов поднимем на ту высоту, на которую спидвей должен быть, и на которой он был. Находился. Да. Если это не спортсмены, а вообще помощь, с какой стороны вы бы ждали, и кто-то, может быть, может поддержать, и кого бы вы привлекли еще? И со стороны городских властей, областных властей, и со стороны частного бизнеса. Тут любая помощь принимается и тут только приветствуется. Не взаимные обиды и упреки, а именно реальная помощь, там не денежные или какие-то идеи возникают. Пожалуйста. ДОСАФ России как-то по регионам чем-то помогает? Какие-то мероприятия, какие-то средства, какие-то эксперты? Да, в календарном плане стоят мероприятия там, да. Ну, когда ближайшее, что это? Ой, сейчас я просто навскидку не скажу. По поводу финансовой составляющей, здесь мы зарабатываем до самоокупаемой организации. И... То есть вот те, кто приходят на отделение Speedway, да, те же самые дети, это все, к сожалению, на сегодняшний день это платно. Да, ну как, на сегодняшний день отделение Speedway это... Образовательное учреждение областного министерства образования автомотоцентр. И дети тренируются, они числят спортсменами именно автомотоцентр. Членами ДОСАФ они могут стать с 18 лет. Вот. Ну, кроме спидвея, есть еще в арсенале ДОСАФ такие виды спорта, которые тоже нуждаются в поддержке. Давайте о них тоже поговорим, чтобы, может быть, кого-то привлечь и заинтересовать. Какие-то такие малопопулярные виды спорта, у которых сейчас наблюдаются проблемы. Ну, технические виды спорта, они, конечно, меньше популярности, меньше на виду, чем в сравнении с той же легкой атлетикой, биатлон, лыжные гонки. Вот. У нас немного специфическая составляющая. Та же пулевая стрельба, она тоже требует поддержки. Но ее меньше видно, она меньше зрелищная. Но народ идет, занимается. И спортсмены ДОСААФ... Есть у нас эти центры? Да, у нас есть центр, тир ДОСААФ, где занимается много людей, народу. И вот два человека, Антон Кудрук и Мисочкина, занимали вторые места по пулевой стрельбе на Сурдолимпийских играх. То есть наши спортсмены и на всероссийских соревнованиях занимают места. Вот так вот гордость нашей области и страны остается практически в неведении. Просто потому что, да, вид спорта не такой раскрученный, как, скажем, футбол или хоккей. Да, да, он менее зрелищный, но... не менее популярны. Но люди тоже вкладывают в это немало усилий, да, это такие же адские, наверное, тренировки. Да, каждый вид спорта требует своих тренировок, своих усилий. Может быть, они немного по-другому выглядят, эти усилия, но... Друзья, занимайтесь спортом и обращайте внимание на то, что не лежит на поверхности, так скажем. Да, и есть еще, кроме хоккея, футбола, спидвей. Да, спидвей и пулевая стрельба даже. В общем, пулевая стрельба. Заходите на между сайт. Прочим, это же олимпийский вид спорта. Пулевая стрельба, да. Заходите на сайт ДОСААФ и найдете для себя, мне кажется, много. Авиамодельный спорт, судомодельный спорт. Простор для деятельности и спортивной, и творческой. А самое главное, что наш город и область богаты специалистами в этой области, и есть люди, которые смогут вас научить и передать свой опыт. Спасибо большое. У нас в гостях был заместитель председателя по военно-патриотической работе, спорту и связям с общественностью ДОСААФ России по Новосибирской области Алексей Васильевич Бульба. Спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо. Я думаю, это первый опыт был, но я... думаю, что его надо продолжить. Я надеюсь, что как-то наши эфиры, наши встречи помогут популяризировать... сделать регулярными и обмен мнениями.
Может, не меня одного, еще кого-то приглашать. Давайте, спасибо большое. Спасибо. Мы тоже всем говорим до свидания. В студии для вас работали Талалаева Настя. Александр Часовитин. Всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока.